Отец Джош Джонсон, католический священник из Луизианы, говорит, что он родился для такого времени. Его отец – протестант, афроамериканец и полицейский, а мать – белая медсестра-католичка. Тем не менее, он утверждает, что тоже подвергался жестокому обращению со стороны полицейских, понимая при этом, что не все полицейские злоупотребляют своей властью. После того, как смерть Джорджа Флойда вызвала протесты в Соединенных Штатах, он рад сказать, что он также видел бум готовности католиков прислушиваться и учиться преодолевать разрыв между расами. После смерти Джорджа Флойда уши многих людей были открыты для слушания. Они были открыты для того, чтобы выслушать и узнать что-то новое о том, как Бог может использовать их для поиска нового решения. Я никогда не видел подобного за все время своего священства. Это было так прекрасно для меня, что я мог работать с людьми со всей страны, священниками, епископами, верующими мирянами со всей страны, которые были заинтересованы узнать больше о том, как мы можем быть использованы Богом для достижения выздоровления в нашем обществе. Он утверждает, что в настоящее время со злом расизма борются будущие святые, которые принимают вызов и выходят за пределы своей зоны комфорта. Отец Джош говорит, что есть способы, помогающие католикам активно защищать все тело Христово, не исключая никого. Нам нужно в первую очередь молиться, а затем поститься. Сначала нужно отключиться от нашего канала, который мы обычно слушаем, а затем воздерживаться от разговоров, чтобы, когда мы проводили изучение Библии с нашими братьями и сестрами, которые отличаются от нас, мы действительно могли слушать их и слышать их. Он объясняет, что через слушание выстраивается доверие, разрушаются стены и начинается исцеление. Отец Джош с гордостью заявляет, что он чувствовал поддержку некоторых людей в церкви, но не все католики так стремятся к расовому единству в теле Христовом. Я слышал, как некоторые люди, носящие коловратку, призывают довольствоваться тем, что есть. Я слышал это от некоторых католиков, которые посещают мессу ежедневно. Они говорят: «Сегодня все уже намного лучше, отец Джош. Так почему бы тебе просто не успокоиться на этом?» А я говорю: «Нет, потому что Бог призвал нас к величию». Проработав священником всего 6 лет, он утверждает, что расизм – это одна из его тем, и он будет продолжать говорить, пока расизм не будет окончательно устранен.